Ребята, а у меня для вас нереально крутая новость. На моем канале выйдет клип, реально, мой первый клип, поэтому прямо сейчас нажимайте на колокольчик и не пропустите его, он будет нереально крутым. Это что-то новенькое. Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале, и я думаю, это очень странно прямо сейчас видеть здесь Кирилла. Really? Да, really. На самом деле, реально, мы поссорились, мы очень долго ссорились, и Кирилл очень сильно меня обзывал, бесил постоянно. Но я же понимаю, что это пранки, а я обожаю пранки, поэтому у нас общие интересы. Собственно говоря, сегодня будет пранк, а какой, узнайте немного позже, пока я хочу вам посоветовать подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И также у Кирилла есть своя инста, и у меня есть инста, но... Ссылочки в описании. Мы очень долго думали и все-таки решили. Сегодня будет пранк над Леоном. У нас с Леоном все хорошо, а я думаю, вы сами понимаете, когда все хорошо, это так скучно. И хочется, чтобы было что-то плохо. Что-то очень-очень плохо, поэтому сегодня я сниму пранк над Леоном, что я жирная. На самом деле я не часто... На самом деле это правда, ребят, здесь ничего нового нету. Я только хотела это сказать. Короче, я, конечно, понимаю, что я там не сильно жирная, но сегодня я прям закатаю детскую истерику Леону, что я толстая, что я не хочу ничего совершенно кушать и все эти дела. А знаете, зачем еще за одним очень важным делом здесь сейчас сидит Кирилл? Потому что я шикарный оператор, ребят, и я сегодня буду снимать Лизу. Короче, это будет очень кое-что жесткое, и нам надо сейчас узнать, где Леон. Но это после вашего лайка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши инстаграмы. А мы продолжаем. Алло, я тут. Все, я настроил, можем снимать. Супер, короче, прямо сейчас мы начинаем. Я думаю, знаете что, я думаю подойти к Леону, сказать ему по поводу того, что там я толстая. Или как-то, может быть, растянуть это. Мне очень интересно посмотреть на его реакцию. Я думаю, на вашу тоже. И, кстати, у него есть инстаграм, ссылка будет в описании. Слушай, а ты не знаешь вообще, где Леон? Он, по-моему, внизу. Внизу? Погнали. Я сижу в телефоне. Что делаешь? Не, спасибо. А вкусный бутер? Будешь? Нет, ты просто так спросил. Я на сушке сижу. На сушке? Угу. Прикол, конечно. Что ты сегодня делал? Я спал весь день. Спал весь день? Ну, окей. В принципе, как всегда. Ты чё? Ну, на самом деле, реально, ты сегодня просто спал? Ну, мы с Бэмом поснимали, и, в принципе, все. А, ну, мы снимали тут на общий. Угу, я поняла. Ну, в общем, все, что ты делаешь, подожди. Это спишь и кушаешь. Нет. Кстати, зашла сказать тебе приятный аппетит. Боюсь. Грациас. Грациас. Да. Я почти выучил французский. Испанский. Это английский. А, точно. Да, всегда забываю. Он вкусный. Ну, не хочу. Лиза и так жирная, куда ей? Ты че? Не, ну я реально, я просто не буду. Почему? Ну, не знаю, просто сейчас что-то нет настроения хавать вообще. Мы утром хавали то же самое, ты сказал, что не очень вкусно. Ну, а сейчас не хочу. Мы только утром хавали. Ну и что? Ну уже типа вечер. Ну я не хочу сейчас кушать. Ну а я не спрашиваю. В смысле, не спра... Я не буду. Я будешь, не буду. Нет. Будешь. Хорошо, я не ем мясо. Окей. Я не буду. Ты что, йогурт единорог? Серьезно? Я не буду. Будешь? Я говорю тебе, будешь. Я обижусь. Ложечку. Ну обижайся, но я не буду. Я просто не хочу ложечку. Есть. Ложечку. Ну я не хочу пожалуйста. Йогурт. Я не хочу йогурт. Пожалуйста. Нет. В смысле? Боже, смотри. Какие вы зануды. Я же тебе этот йогурт в лицо кину. Нет, реально, я просто не хочу ни йогурт, ни бутерброд. Ты сегодня ела всего один раз. Ну и что? Я не хочу есть, я тебе отвечаю. Ну вообще мало. Ты мало кушаешь. Да, я мало кушаю, но я всегда так кушаю. Я могу сейчас пасту сделать. Да не надо ничего делать. Я не хочу тебя напрягать, честно. Да дело не в этом, напрягать, тут есть готово, здесь готовая еда в холодильнике. Я не хочу ничего. Холодильники чекнем. У нас зачем? Много еды, нужно покушать. Да я не хочу есть. Нужно покушать, понимаешь? Не хочу. Покушать нужно.
кушать. Да я не хочу кушать! Я сколько раз уже говорила? Тогда вот поедешь домой кушать. Серьезно? Сейчас. Нет. Я сейчас наберу. Я не поеду. А я уже я не поеду. А я уже наберу. Я не поеду. Тогда мы идем кушать. Я подумаю. Пошли. Там холодильничек. Ребят, ну на самом деле Лиза отыграла, ну, мягко говоря, не очень. Но я говорю как подружка-крыска, поэтому... Леончик тоже как-то себя странно ведет. Че ты запихуешь тот бургер? Непонятно вообще. Мне интересно, что будет дальше, поэтому пошлите быстрее. Иди сюда. Ну я не хочу ничего кушать, я же хотя подарю. Хотя бы что, тут есть колбаска. Да я не хочу колбаску. Я не хочу, я просто не хочу, Леон. Так сложно понять. Здесь пицца. Я люблю пиццу, но я не хочу пиццу, честно. Ну че ты это? Хочешь чужой еды? Серьезно? Это выглядит очень аппетитно, но я не хочу, потому что на это есть причина. Какая? Я не скажу. Какая причина? Не скажу. Холодильник надо взрывать. Подожди. Вот на телефон. Нужно кушать. Почему ты не ешь? Стоп. На это есть причина, ты ее не поймешь, ты просто не поймешь меня. Нет, ты мне сейчас рассказываешь причину. Да. Нет. Да. Я на диете. Какой? Ну, сейчас я питаюсь только водой. Недели две. Я просто не буду есть. Ты шизанутая? Нет, я не шизанутая, я просто толстая. Ты я через хочу похудеть. Пару дней, через день будешь вон там в реанимации или вытягивать. Не надо, вот это вот все, я понимаю. Ты худая. Я не худая. Куда тебе? Я не худая, я хочу похудеть. Я хочу куда похудеть. Тебе худеть? Куда? Ты серьезно? Куда? Ты не видишь вот это вот все? Ты о, не видишь? Вот это вот все. Я хочу похудеть, что тебе. Куда? Я говорила, что ты не поймешь. Иди сюда. Куда тебе? Я... Куда тебе? Да, да, я все. Я нет, сказала, я приняла для себя решение. Покушаешь, если ты сейчас не то покушаешь, что? Антидежусь. Нет, как минимум я скажу это твоей маме. Что ты питаешься водой. Ну, смотри, я для себя уже приняла решение, то, что я не кушаю вообще. Ну, смотри. Классно, давай, давай будем питаться кислородом. Вообще-то водой. Какая разница? О, ты Вейдер? Да. А мне Лёнь предлагал поесть другую. Я предлагал твою еду. Будешь? Я скажи, на диете. Скажи, какая я диета? Я на диете. Объясни, какая диета. Я какая я диета? О, я тоже на диете. Я тоже, посмотри, фитоняшечки, вот они. Вот. Да я тебе реально. Мы на диете. Кузьмин Шмирёль, посмотри на мои диета ножки. Диета это топ. Это для нас Лёнь диета, да? Мы тоже должны похудеть. Нет, ну смотри, я недели две посижу на воде. Но, а потом будешь вот такая. Как ты посидишь на воде, ты утонешь. Она будет вот так. Она будет вот так, смотри. Ну я реально говорю. Ты хочешь быть от этой анорексии? Нет. Я просто хочу. Вот так вот. А зачем? А зачем? А зачем худеть? Ну в смысле, зачем худеть? Наоборот, набирай. Ты сильно худая. Наоборот, набирай. Я сильно толстая. В каком месте ты толстая? Слышишь, это звучит мой живот. О, да. Короче, я хочу к этому подготовиться и все. Я знала, что ты будешь агриться, все дела. А можно делать просто подкачки и все. А мне... Нет. Да. Нет. Надо есть сидеть. Такая штучка, называется спорт. Если нет, ты уж хочешь... Вот. Все, не действует. Я... Действует. Все, иди покушай, я все. Нет. Я, если что, буду помнить. Бушечка. Это, кстати, очень хорошо. Да. Я сейчас только на воде. Только на воде. Все. Что такое на воде? Ну, это как типа... На воде. На памперсе. Смотри. Смотри, я на воде. Ты в воде. Я в воде. Лиза, иди сюда, по-моему, в воде. Короче, мне кажется, у меня получается. Ты что думаешь? Мне кажется, все круто. Мне кажется, мне надо уже именно говорить, что все, я на диете, я там жирная, толстая. Да, 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 да. Идем, идем в комнату. В комнату? Да, окей. Идем. Быстрее. Это он? Да, это быстрее. Он? Не знаю, куда идти. Дай, дай, подожди, подожди, дай я камеру поставлю. Тише, тише, тихо. Быстрее. Тихо, тихо, дай я камеру поставлю. Быстрее. Я надеюсь, что все нормально. Все, уходи удачки, отсюда, удачки. Уходи отсюда. Все, ты. Да. Ты диетолог. Ну я реально, я хочу сесть просто на диету. Сядь на бутылку. Так. Тут не надо вот этого всего, эти какая шутки, диета? Эти шутки солнечко, я не понимаю. Солнечко. Ну, смотри. А что вы с Кириллом? Ты тебе Кирилл навязал? Кирилл? Нет. А нет. Ну, это не Кирилл, честно. Но я тебе отвечаю. Вы просто повисели с Кириллом, ты резко худеешь. Нет, нет, это было, ну, давно. Я очень хочу похудеть, просто чтобы... Чем? Я хочу к лету ты быть. Я толстая.
каком месте? Я толстая! Я толстая! Ты больше слов не знаешь? Нет. Я толстая. Я хочу худеть. Мне не нравится моя фигура. Мне ничего не нравится. Худеть? Куда худеть? Я сейчас весы притащу. Я тебя сейчас захочу. Какие, блядь, на весы? Иди сюда, амеба. Весы. У меня тоже есть. 47,2. У тебя сказать, сколько Карина весит? Зачем мне знать, сколько весит Карина, если Карина я хочу весить? Карина весит миллион тонн. Хорошо. И она что-то не худеет. А я хочу похудеть. Ну это много, 47,2, блин. Ты понимаешь, для что твоего я роста... год назад я весила 42 килограмма. Солнышко, открой себе огромный секрет. Люди растут. Да я знаю, я толстая. И прикинь, я ничего не 5 лет назад весила 2 килограмма. 2 килограмма, да? Серьезно? Ну, я вижу математику. Я когда родился. Сколько дети весят, когда рождаются? 3,5. 3,5, понимаешь, я набрал, блин, 57 килограмм. Вот я жирный. Ну, конечно, я заметила, да. То есть мне худеть? Мне похудеть? Лена? Давай. О! Что? Я тогда тоже себе на водную диету. Ты что, офигел? Тебе худеть не надо. Тебе худеть нет, не надо. Посмотри, тоже... у тебя мне очень тоже... маленькие ноги. Мне тоже. У тебя нормальные руки. Все, а Лиза, мне худеть. Да нет, я говорю. Я с тобой теперь на водной диете. Ну окей, давай кушать. Ну смотри, знаешь, в чем прикол? Я когда-то один раз просто возьму и сяду на диету, тебе просто об этом не скажу. Просто чтобы ты тоже вот это что-то. Я тебя потом нашел где-то в трубах. Нет. Не надо мне. Тебе не надо худеть. Надо. У тебя живот бурчит, потому что он хочет кушать. Он хочет вот пить. Он хочет пить. Так, все, давай закончим нет, эту тему. Все, все, слушай, мы закрыли тему. Так. Ты меня не сможешь переубедить. Я сейчас буду злиться. Ты меня не сможешь переубедить. Злись сколько хочешь, это мой выбор. Если тебе он не сильно нравится, то вот. Пойдем. Куда? Куда надо? Куда надо? А, вот. Есть я не буду. Есть я не буду. Есть там не будешь. Мы тебя просто свяжем. И запихнем в тебя еды. Пошли. Да куда? Пошли. Окей. Итак, ребята, Лео с Лизой куда-то ушли. Нужно быстренько посмотреть, что у них происходит, потому что я же оператор, я не могу терять ни минуты, поэтому побежали. Ну скажи, зачем мы сюда пришли? Объясните вот этому вот молодому человечку, Бену, что ей не надо худеть. Этот туша... 30-килограммовая решила сесть на водную 47,2, и это много. Объясни. Ты худеешь? Эй, все. Во, правильно. Объясни. Это нормально побегать? Не надо худеть. Так, почему? Самый голимый разговор, я отвечаю. Я уже приняла решение. Вот, это нормально посидеть на диете водной? Сколько, 2 часа? Ну, недели 2. О, звонят опять с Министерства игнора? Ну, да, мам, я тебе позже призвоню. Ну спроси у мам. Ладно, поздно. Лиз, тебе правда не надо пилить? Ну я толстая. Нет. Лиз, тебе, мне кажется, наоборот надо чуть-чуть поднабрать. Поднабрать, да. Набрать? Да, то, что я тебе говорил на кухне. Вот, понимаешь? Да блин, я толстая, я жирная, я очень-очень жирная. Лиза, какая ты толстая? Типичная девочка. Какие типичные девочки? Ну это же история. Я села на диету, мое мнение не поменяется. Не поменяется. Хорошо, супер, ко мне можешь не подходить. Пока не начнешь нормально питаться. Окей. Окей. Блин. Короче, я снимала пранк. Это все пранк. Ты серьезно? Не, ну ты как обычно, честно. Не, ну я, конечно, хочу похудеть, но... Похудь, ты сумасшедшая? Тебе не надо похудеть, тебе надо набрать немножко. Да. Я просто буду заниматься... Килограммчика 3. Ну. Да я спортом заниматься буду, все хорошо. Молодец. Но мне надо сейчас что-то делать с Леоном. Да. Я, мне кажется, что когда ты ему скажешь, что это пранк, ну... Ситуация не улучшится, а наоборот ухудшится. Ладно. Иди придумай что-то. Угу. О, ты? Клуба Алексича? Нет. Какой мне резон с тобой общаться, если ты не слушаешь мое мнение, тебе на него вообще насрать? Мне не насрать на твое мнение, это просто был пранк. Я не собираюсь худеть. Смешно. Ты смеешься. Смешно, вот это крутой пранк, я понимаю. Вот это пранк. Я буду спортом заниматься всегда. Честно. Точно. Ты не обижаешься? Если ты... Это правда, это просто пранк. Без этих диет. Да. Я хавать хочу. Сейчас. Пошли, похаваю.
Короче, это было жестко. И мне кажется, получился первый пранк, когда Леон не обиделся на меня в конце, потому что сейчас все прекрасно. Слава богу. Зато он, наверное, обиделся на меня, что я пошел на эту авантюру, крыса. Короче, мы вдвоем такие крыски. И, кстати, Леон не спалил, что Кирилл снимал, поэтому я думаю, вы знаете, кого я буду брать на съемку, на супер-классную съемку. Короче, подписывайтесь на Кирилла в Инстаграме, подписывайтесь на Леона в Инстаграме. Ставьте лайки, ребята. И обязательно подписывайтесь на канал, а с вами был Кирилл. Кирилл, it's real. And Lisa Nice. Всем пока. Set up a stage of lights. Say we're done, say it's over.